голосу стен крестного монастыря. Зачем богоотступничество мне? В вину вменяют и грозят расплатой, когда на свете о моей вине ты ведаешь один, мой Бог распятый. Расселен горных образ неземной, поверженных во прахе утешитель, обиженных укромная обитель, страды великой незакатный зной. Ты, свет во тьме, пролитый щедрой чашей, с небес на землю, там и здесь един ты, верой обретенная крепчайшей, причина высочайшая причин, от колыбели и до дней последних, и перейдя последнюю межу, я твоего завета исповедник, всем существом тебе принадлежу. Все, что во мне созрело, слово, дело, все, что зачахло, каждое зерно тобой неотвратимо и всецело в меня однажды было внедрено. Благодаря твоей всевышней власти, аз есмь не зверь, но человек в дороге долгой одолел напасти и заблуждений горестных избег учение твое превыше правил. Ты, наставляя жить не по злобе, спас от греха, на правый путь направил небесным откровением Бог в тебе. Если в чем-то я ошибся все же, о прегрешениях суетных моих, ты, вездесущий, узнавал не позже, всеведущий, ведал в тот же миг, не знаю, похулишь или похвалишь, лишь твоему подсуден я суду, судья Всевышний мой, и от тебя лишь великодушья и прощенья жду. Мой разум и сознанье высшим даром я почитал, не ведая вины, ибо они из всех существ недаром лишь человеку только и даны. Ты поклонения требовал слепого, колено преклонения одного, но только мысли, воплощенной в слово, я поклонялся, веря в естество. И если в замысле твоем высоком я человеком был, и если ты однажды взвесил совершенным оком мои несовершенные черты, и если ты печаль и радость разом дал мне вкусить на праведном пути, то я желал раскрепощенный разум, освобожденье мысли обрести, нежней молитвы и мощней хорала вошло желание это в бытие. Избави, Бог, чтоб жизнь меня карала за это вот желание мое. Но если ты желание это все же сочтешь за грех, помыслив о плохом, то где тогда, не ведаю, о Боже, граница меж грехом и не грехом? Не осуждай меня из дальней дали, недугами согбен, полуживой пришел к тебе, поникнув головой, колени преклонив, проситель твой от имени желания и печали. Зачем богоотступничество мне? В вину вменяют и грозят расплатой, когда на свете о моей вине
ты ведаешь один, мой Бог распятый.